Отсюда от моста над Дарзу хорошо просматривается новый комплекс Займульс, Карандаш за моей спиной и Замковая гора. Ну а также долина реки Резекне. Вот этой яблони, которая примостилась, такое словосочетание, возле моста, ее обходят различные наводнения, ледоходы. Она уже выстояла много десятилетий и по-прежнему продолжает радовать людей обильным урожаем яблочек. Хотя они не крупные, но вкусные. Сейчас пройдемся по левому берегу реки до моста на улице Атбревушенс. Вот мы дошли до пешеходного мостика в районе автобусной станции и магазина Рими. Что-то утки пропали. Было много уток, куда-то они все улетели, по всей видимости, к местам гнездования. Вот такой вот мостик. Ну и дальше мост на Атбревушенс. Сейчас на автобусную станцию.
Автобусная станция прошла реновацию. Больше половины там торговые площади. И совсем небольшой зал для пассажиров. Туалет тут оборудовали общественный. Вдалеке рассматривается костёл.